Рождество – один из главных православных праздников. Праздник Рождества Христова на Руси был одним из самых любимых народных праздников, потому как праздновали Рождество всей семьей. История праздника уходит корнями вглубь веков. В сочельник, ночь перед Рождеством, дети наряжались в пастухов, ангелов и других добрых людей. Ходили по деревням, напевали рождественские колядки и угощали сладкой кутьей. В ответ добрый хозяин должен был одарить их щедрыми подарками, а были и такие, кто подавал копеечку. На Рождество принято вспоминать усопших, зажигать много свечей. В русских семьях были обычаи перед Рождеством. Убирались в домах, мылись в бане, припасали новую одежду для этого дня. В Рождество каждый верующий считал за честь накормить одинокого путника или подать щедрую милостыню нищему человеку. Самым любимым и желанным праздничным блюдом на Руси были приготовленные в русской печи всевозможные пироги, пирожки, растягаи, кулебяки, ватрушки, колобки, курники, лодочки. И начинок было просто не счесть. День накануне празднества Рождества Христова называют рождественским сочельником. В сочельник полагалось поститься весь день, готовить праздничные угощения и приводить в порядок одежду. Церковь в эти дни вспоминает страдания Спасителя, взявшего на себя все грехи человечества и его смерть на кресте. Считалось, что нельзя встречать Рождество в черной одежде. Период святок начинается в канун Рождества с появлением первой звезды и длится до крещенского освящения воды. В эти дни проводились святочные обряды, в основном это гадание на будущее. Еще до принятия христианства в эти дни отмечался древний праздник Солнцеворота, когда солнце умирает и постепенно возрождается. Эти две недели считались веселыми и разгульными. Считалось, что в это время к людям приходили души умерших, предков, и колядовщики их олицетворяли. Было важно щедро благодарить колядовщиков, дабы год был плодотворным. Колядующие пели хвалебные песни и несли тем самым добро, чтобы у хозяев на будущий год все сложилось хорошо. Коледовать начинали с рождественского сочельника. Молодежь надевала самодельные маски, бороды из льна и шутливые костюмы, состоящие из самых худых зипунов, вывороченных шерстью наружу. Обычно четверо парней несли чучело кобылы, связанные с соломы. Верхом на кобылу сажали мальчика-подростка, одетого в костюм горбатого старичка с предлинной бородой. Коляду, как правило, изображал ряженый в образе козла. Рядились также в коня, корову и других животных, воплощавших плодородие. Шумной, веселой ватагой парни, девушки и мальчики врывались в дома, пели, плясали, предлагали погадать. Хозяевам полагалось гостей без подарков и угощения не отпускать, за что ряженые сулили им полное благополучие и счастье. 12 святых дней закладывали основу будущего года, поэтому святки было принято проводить не только весело, но и в любви и согласии с близкими, ходить друг к другу в гости, поздравлять с праздником. И сейчас некоторые святочные традиции еще живы. Претерпев изменения, они радуют нас своим задором, таинственностью и единением с предками. Ряженые ходят по домам, поют песни, щедро осыпают хозяев рисом или пшеницей. Девушки гадают, на площадях устраивают ярмарки и народные гуляния. Возрождаются и языческие традиции. Кто-то не празднует Рождество, а ждет Коляду.